Добрый день, уважаемые коллеги и партнеры. Сегодня мы вам расскажем про сорт озимой пшеницы «Эликсир». «Эликсир» — это пивареная пшеница по немецкой классификации класс С. Пригодна для возделывания и приготовления пивоваренного солода, пшеничного пивоваренного солода. В наших же условиях, благодаря высокому потенциалу урожайности, она зарекомендовала себя и заинтересовала наших аграриев с точки зрения урожайности, качества получаемого зерна. «Эликсир» — это среднепоздний сорт озимой пшеницы с высоким потенциалом урожайности, который был достигнут на уровне государственного сорта испытания более 120 центнеров за гектара. Пшеница сама по интенсивности развития в осенний период, она с умеренным, спокойным ростом и развитием, поэтому рекомендуется для посева ранние оптимальные сроки, не рекомендуется опаздывать с посевом данного сорта. Рекомендуемые нормы высева для данной пшеницы 2,5-4 миллиона схожих семян на гектар. Благодаря таким нормам высева и срокам, соответствующим срокам сева, это ранние либо оптимальные сроки сева, возможно реализовать заложенный генетический потенциал данный сорт. Как я уже сказал, весной пшеница также развивается умеренно. По своим агрономическим характеристикам она толерантна к ряду листовых болезней. Из особенностей необходимо отметить, что требуется уделить внимание при защите от мучнистого рассена на данном сорте. Плюс сорт сам по себе по высоте достаточно высокорослый, в нормальном состоянии, то есть без применения регуляторов роста, высота растения может достигать 90-105 сантиметров по высоте. Поэтому те, кто сосредоточен на высоком применении высоких доз азотных удобрений, требуется уделить особое внимание при работе с ретардантами на озимой пшенице «Эликсир». По устойчивости или толерантности к болезням колоса, данный сорт обладает достаточно высоким уровнем устойчивости к фузариозам, поэтому пригоден для возделывания на севоборотах с высоким насыщением зерновых культур и кукурузы. По хлебопекарным характеристикам, то, что нам отметили или наши результаты государственного сорта испытания показывают, что данная пшеница может, содержание клейковины данной пшеницы может достигать 23-24%, то есть что соответствует третьему классу продовольственной пшеницы. Более подробная информация про данный сорт можно найти в каталоге нашем компании «Zatanyun» озимых зерновых культур.